В Оренбургском областном суде прошло заседание по делу пастуха из Акбулакского района Наурузбая Турсумбаева. Напомним, в январе прошлого года Турсумбаева обвинили в нападении на сожителя. Тогда он подписал явку с повинной. Как выяснилось позже, под давлением со стороны сотрудников полиции, которые пытали мужчину. Следы травм и электрометки зафиксировали в Акбулакской и Оренбургской больницах. Однако провести медэкспертизу суд отказался. При этом подсудимого обвинили в нападении на сотрудника. Полиции. В ноябре прошлого года обвиняемый 66-летний пастух скончался. Юрист команды против пыток Альбина Мударисова настаивает на пересмотре дела. Она хочет оправдать подсудимого и привлечь недобросовестных сотрудников органов к ответственности. Турсумбаева должны оправдать, потому что то обвинение, которое ему вменяют, якобы он избил сотрудников полиции, оно не подкрепляется доказательствами. Наоборот, Турсумбаев является тем самым потерпевшим, над которым издевались сотрудники полиции. Это свидетельствуют и медицинские документы Турсумбаева, медицинские документы его племянника Кударкулова, показания соседки. По решению областного суда Турсумбаев остается виновным. Правозащитники попытаются обжаловать приговор в кассационном суде, а также продолжат добиваться привлечения сотрудников органов к ответственности.